Здравствуйте, дорогие друзья, гости, ну, конечно же, подписчики моего канала. С вами Нестягин Олег. А сегодня мы рассмотрим дно океана. Посмотрим, что на этот раз я интересного и необычного увидел. Давайте начнем с меточки парные гряды. Так, я поверну, как неудобно, чтобы смотреть все это от берега. И вот на дне необычные гряды, которые проходят параллельно друг другу. Я не знаю, возможно ли это в природе такое, природного, вернее, характера, или нет, или это что-то искусственное, а теперь находится под водой. Ну, смотрите сами. Я вам всего лишь показываю, что интересного и необычного можно увидеть. Вот здесь они начинаются. Расстояние между грядами в среднем 1 километр. И также линейки показывают то, что да, это гряда. Это что-то необычное. А также горный подводный массив разделили эти гряды. Так, следующее. Пень. Здесь также очень интересно. Вот такая вот интересная столовая гора, похожая на гигантский пень. Если внимательно посмотреть, мы увидим, как корневища отходят в разные стороны. А далее, возле этого пня также очень интересное образование, которое проходит по ровной линии. Это небольшой перепад. Одна сторона выше, другая поменьше, поглубже. Эта линия, как видите, проходит также по горной гряде. Это вот такой вот перепад с идеально ровной линией. И приводит он к метке под названием морда обезьяны. Да, если так пофантазировать, очень похоже на мордочку обезьяны. Улыбочка, два глаза и контур. Так, это мои первые находочки. Давайте дальше посмотрим. А вот здесь я обнаружил русло, и, скорее всего, от древних рек. Я знаю то, что да, есть течения подводные, но они не оставляют вот таких вот русел. Поэтому, скорее всего, в далеком прошлом в этом месте протекала река. Как видите, она обогнула гору. Гора тоже странная. Тоже похоже на гигантский пень. А рядом опилки такие вот. И на гору это совсем не похоже даже. И все эти русла уходят вдаль. Сферы. Ну, скорее всего, может быть, это вулканчики небольшие. Но очень интересно они выглядят. Прям группа такая из круглых сфер. Так. Дальше валы. Вот здесь непонятный объект. И от него расходятся вот такие вот странные, идеально ровные валы. Это можно посмотреть и по рулетке. Так.
Также покрутить карту. Непонятно, что это такое. Баг карты. Как видите, к концу этот вал исчезает. И второй также уходит куда-то вдаль. В этом месте он поворачивает. И на многие сотни километров он уходит. Так, и рядом что у нас тут еще интересного? Так, метка под названием база НЛО. Ну, сразу скажу, то что это моя фантазия, конечно. Вот здесь такая же вот сфера, как я вам показывал. И что-то похожее на вход в эту сферу. Как бы такая арочка, через которую, конечно, оно и проникает в эту сферу подводную. Еще раз повторю, это мои фантазии, так что не обращайте внимания. Вот похоже на радиатор. Тоже интересное такое подводное образование. Гряды вот такие вот, параллельные друг другу. Еще одни меточки. Перепады. И здесь такие вот странные перепадики. Строго по ровным линиям. Что это за перепады, также непонятно. Вы также пишите свое мнение в комментариях, что это такое, баг карты. Или это правда что-то с древних времен осталось. К сожалению, у меня нет ответов на этот вопрос. Вот здесь место также интересное. Назвал Коленвал. Смотрите, как горы выстроены в шахматном порядке. Очень любопытно. Так, и следующий у нас объект — цепь. Также очень интересный объект. Вот такие вот кучки, которые выстроились ровно в ряд. Да, любопытно, что это такое может быть. Так, ну мы приподнимемся, посмотрим, где тут еще что интересного можно посмотреть. Так, интересные подобразования. Скорее всего, это вот эти вот образования странные. Тоже небольшие холмики такие, которые выстроились строго в ряд. Я постоянно карту кручу, чтобы вам можно было посмотреть с разных сторон все это. Так, ну и следующий у нас объект — полоса. Давайте посмотрим. Что это за полоса такая? Ага. Вот тоже вал такой, который пересекает горные хребты строго-строго по прямой. Также непонятно, что это могло оставить и для чего это. Может, это баг сканирования,
Почему тогда вот здесь она исчезает, эта полоса, дальше продолжается? Где-то по горным подводным хребтам проходит. Интересные такие складочки земной коры. Вот здесь мы видим, эта полосочка дальше продолжается. Вернее, вал. Ну а дальше где-то в тумане эта полоса пропала. А вот здесь дальше она продолжается. Вернее, не полоса, а вал. Как говорил, на многие сотни километров она уходит по прямой. Давайте посмотрим Гавайи. Здесь также очень интересное образование. Назвал я это ступени. Как на круглой лестнице. Вот такая вот лесенка интересная. Куда она ведет, конечно, я не знаю. Здесь также что-то интересное. Вот такие у меня наблюдения, дорогие друзья, на сегодня. У меня еще очень много меток интересных осталось. Но это будет показ уже в следующий раз. А на этом я хочу закончить этот короткий видеоролик. Надеюсь, он вам понравился и был полезен. А на этом все. Всем до новых встреч.